Всем привет, с вами Доки Трэш. И мы сегодня играем в хоррор японского жанра Парасоциал. Короче, очередной аналоговый или обычный хоррор вот от Chillis Art, великолепная компания. Сами должны понимать, в принципе, какие игры они делают. Очень интересно, все должно быть крипо. Девятнадцать тридцать. Так, что там прислала мама? Джага. Блять, у меня что-то очки. Я в очках сижу. Что-то я в очках вообще плохо вижу. Сейчас я поправлю очки. Да ёпкать. Сейчас. Короче, что-то made не курат, made and the finger. Что-то. Короче, съешь, сожри, умри, играй. Хорошо, блять. Хорошо, нахуй. И сожру, и умру, и поиграю. Так. Классно. Много комнат. До ужаса знакомая комната. Это вот, блять. Во всех японских играх, короче, вот хоррорах именно, вот эта комната. Я очень криповая девочка. Очень страшная, как некрасивая девочка. Блять, какая страшная, некрасивая эта стиралка. Кровью залили как будто все. Какой скучный туалет. Можно подумать, туалет должен быть веселый, но с другой стороны он, блядь, скучный. Ну, такой какой-то, блядь, маленький, узенький какой-то, блядь. А что это такое? Холодная Никуджага. А, это про неё это сказала, сука, сука. Звук, как у моей микроволновки. Так, ладно. Что у нас тут? Телек. Что? Открытое окно? Прям реклама, настоящая реклама из Японии, блядь. Дайте мне спокойно посмотреть. Втуберы. Да. Я тоже хотел писать втубером, но не получилось. Ума, что ли, не хватило? Ну, хуй с ним. Где моя Никуджага? Я хочу такое. И похеру. Пускай будет розовое. Вот это тоже хочу.
Использовать компьютер, конечно, блядь. А чё ещё? Короче, нот. Run virtual me. Have a game ready. Hit stream. Virtual me запустить. Ся. Всем привет, блядь, с вами Доки Трэш. Теперь вы узнали, блядь, как я выгляжу, если кто-то не знал. Хотя я выкладывал. Но тем не менее. Пиздец. Ладно, если без шуток, а почему такие руки страшные? Ну ладно. Короче, всем привет! С вами это самая хуета. Мы сегодня играем. Играем? Подожди, а как? Нет. Закрой нахуй. Я в игру не... Во. No matter many look, аватар... это типа скоро будет готов мой аватар. Что-то такое. Senranina и Great Name 2. 10 тысяч субскрайбс. О, лайв, прямая трансляция. Наконец-то. Alright. Всем привет, короче, с вами Доки Трэш, мы сегодня играем в какую-то игру внутри какой-то игры. А, все, я уже включил аватар, да? Два экрана, ебать. Я хочу тоже два экрана. Just two more. Кто-то пишет. Only a big to go. Bit to go. Ох. How far are you? Ой, блядь, мне вообще прям охуеть. Мне так нравится, что там так много, блядь, актива. She had to multiply super deliver. Игра, конечно, какая-то про до ужаса дурацкая. Я так понимаю, какая-то игра, которая... Которая реально есть на Nintendo где-нибудь, или Wii, или как он там называется? Switch. Скорее всего, вот оттуда. Платформе. Ого! О, нет, страшно. Run away, run! О май гад! Тонген кэнд хэр! А куда бежать-то, ёпта? Я просто какой-то ебатню, короче, по кругу бегаю и все. Ага.
карточки. You are dead. Oh no, this is scary. What about the church of coverage covered over and his lazy motivation? Limao. Ах, а я умерла. Эльф же begin again. Попробую потом, но не сейчас, да? Эта игра чё-то мне не нравится. Что вы мне порекомендуете? Изывать... О, кто-то ссылку оставил. 1000 этих... смотрят сейчас на онлайне. Так, I am looking for it. Давайте на ссылочку перейдем. Спасибо за этот линк. Сейчас мы туда перейдем, и будет новая игра, и будет все хорошо. Ну, чё? Is there plan to watch PC game at every stream? Блять, смотри, все зависло, нахуй ничего не работает. А, блять, вон снизу. A new game has been installed. А можно на большой экран сделать? I'm looking for it. Are you okay? Out my check it to see this. Короче, это игра про... Я так понимаю, игра внутри игры, в которой есть еще игра внутри игры. Я так понимаю, это игра про что? Про то, что типа мы в каком-то заброшенном доме, где куча-куча мусора. Три экрана. Цифра 4. Цифра 4 означает смерть. Цифра 5. Так, цифру 4 я вижу, цифру 5 я вижу, я во все вижу. Блять. What's the get number, something? 4 цвета. А 4 колод номер, а 4 understand. Find the numbers. Ой, спасибо, подписчики, вы такие все умные. Ебать. Умные, разумные. О, 7 вижу. Так, 7. Значит, я 3 цифры увидел, значит, надо еще одну цифру найти. This leading door. The garbage is never from. Да. The kids watch his first next disc.
Charles Leading Door Guard Dead Rush Rush. Так, 4, 5, 7. Я правильно понял? Так. Что-то я вообще тоже нихую не понимаю. 4 зеленая, 5 красная. А, все понял. Пятерка, семерка. Если получается 7, то получается шестерка это желтая. Ой, что-то не то. Подожди. Пятерка, семерка. Давай будет тройка. Четверка зеленая. А, угадал, ни хрена ж себе. Я смогла, я прошла, это не так уж и страшно. Офигеть. Что там такое? Нормальное лицо было? Keep streaming. Kick streaming a game sense. Oversize safe havens. Этот чувак вам не друг, заблокируйте его. Я не понимаю, что он говорит, но он типа говорит, игра, типа, туда-сюда. Все, я его заблокировал. This is dead. My face got excited stream. I got message from somebody that can watch from stress screaming. Нихую не понял. I got no something expression kept shot yes or thanks. Чертовщина какая-то. Я разобрался в переводе. Я просто вспомнил, вернее, то, что оказывается, что там случилось-то. Кто-то ее взломал, и ее аватар в туберский выкинул нахуй. И все увидели в интернете ее настоящее лицо. Она не хотела свое лицо показывать. Она не поняла, что происходит. Никого нет. I'm always watching you. Мне нравится смотреть на тебя. Какой-то, блядь, странный подписчик. Ну так же нельзя. No correct. Чё? Десять часов. They know you say blocking me, just in case what I say. Хули ты меня блокируешь, падла, найду выебу. Ну я так понимаю. Чё такое нахуй? А, антивирус. Ну чё за печенье, блядь? Это антивирус. Ебать.
чё, серьёзно? Подожди, я что-то даже проебал. Chill из кафе. Ебать. Там где-то тёлка работает по любасу. Был бы у меня такой балкон, а там бы загорал бы. Прикольные часики. 40 градусов по Цельсию. Я должен собрать мусор в комнате. Наконец-то русский язык, блядь, впервые. Где русский язык, нахуй? Да, блядь, отъебись, пожалуйста. А! Чё я сюда стал хуёвым? Подожди. Сейчас вот так сделаем. Во! Так а какого хуя, блядь, закрылось? Свет надо включить везде. Включается. Как у меня прям в жизни. Пустой холодильник. Ладно. Хоп. Хоп. Да я все собрал. Уже. А. Блять, очень маленькая тесная комнатка. Ваху. Блять, где еще мусор тебе собрать должен? Тут нету мусора больше. Что там отражается? Смотри, другой мир куда-то там отражается. Параллельный. Красота, ебать. Ай. А где еще я могу собрать ваш мусор ебучий? Написано, я это должно собрать мусор. А какой мусор-то? Блять, еще ебаный мусор, блять. Надо, блять, собрать мусор. А где он? Вот эти соберу мусор, тут же нет нигде. Ну, может, я просто слишком серьезно все воспринимаю, может, мне надо реально, как бы это. Блять.
Ёп. Красиво. Какая-то странная комната. Тут же ничего больше странного нету, по сути, кроме этой комнаты. Ну, смотри. Просто телефон выкинула. А пакет появился сам по себе. Я... Меня нету, тень только на пакетик сделали. Вы шо, блядь? Ебобо? А, мусор на плече у нее просто. Понятно. Глаза светятся страшно. Ну заходи, ёпта. Проебал. Проебал. Заходи, блядь, ебать буду. Сам не понял, что сказал. Он поэтому и очкует зайти. Да, поэтому. Подозрительно, что он вошел в лифт только тогда, когда я отошел сюда. То есть, получается, он знал. Хотя, с другой стороны, возможно, он перетаскивал... мебель. Кто знает, может быть, он именно тот хакер и есть, или хакеру тому перевозит, который сломал. Тут всякое. Тут же и он, получается, в сговоре. И люди, которые здесь живут, в сговоре. И вот этот полицейский, наверное, тоже, скорее всего, в сговоре. Ну, почему что-то по ей так и есть, просто я не помню. Он, короче, говорит... Вот, здравствуйте, я полицейский, я только сюда перевелся, блядь, туда-сюда, я хочу расследовать всякие дела. Вы такая милая девушка, одинокая, не переживайте, я вас буду защищать, если что, дайте номер, можете мне лично звонить, что-то такое. Что ты делаешь, мужик? Ты типа собираешь себе, блядь, на капустный салат? Что это за нахуй такое? Обширное такое, большое и непонятное. Здесь типа ходить можно, да? Прикол. Да блять. Дайте хотя бы по кусочку Японии пройтись. О, все. Кусочек Японии заканчивается. Блин, так красиво. Навевает какую-то ностальгию о какой-то вот Японии, о каком-то аниме в плане того, что какое аниме раньше было. Или как ты раньше ощущал прогулку по парку, и раньше трава зеленее была. Что-то такое, все вместе, какой-то сумбур какой-то. Ну так
красиво сделали, или может игры такие раньше были. Ну то есть все на свете. Вот если, например, сейчас скачать игру Занзара в поисках затерянной страны, то эта игра старая сам по себе. И вот графика там примерно вот как здесь. Но получше. Она ярче, она настоящая. Там птички поют, все поет, играет. Кто-то не играл, сыграйте. А я вот не хочу сюда, я хочу туда, блядь. Я хочу еще по городу погулять. Охуевшие мордовы. Нет, мужик пугает. Парень. Закидывай мусор просто и все. Хули смотришь на меня? Он специально, блядь, мои вещи. Мы будем его сталкерить. Он специально ждет, пока я уйду, чтобы покопаться в грязном... в грязном белье, говорю. В гряз... в мусоре, короче. В женском в этом, блядь. Это пиздец. Я за тобой слежу. В телефоне и за тобой. Настоящая Япония, вау. Каждый угол надо изучить здесь. Просто трачу время, но, блядь, интересно же. В конце-то концов, ёб твою мать. Но тут Чилос, конечно, да, похоже графику сделал. Ну хуя перегородили, блядь. Сука.